Роналдо. Лукас Васкес. Тони Кросс просит мяч на линии штрафной. Васкес, передача. Роналдо, можно забивать. 3-0! 3-0! Это чистый разгром. Разве кто-то скажет, что не по делу? В быстрой атаке. При счете 2-0 Мадрид забивает третий. Криштиану Роналду. Что Бавария, что Атлетико, он свои положит. 10-й гол в этом розыгрыше Лиги Чемпионов за 11 матчей. И 35-й гол в этом сезоне. Всего Мадрид забил в 54 матчах 154. Но вот эти три, конечно, запомнятся, потому что это мадридское дерби в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну и Лукас Васкес. Вот еще одна сыгравшая замену от Зинедина Зидана. Я имею в виду даже не конкретный вклад конкретного человека.